Знаете, что такое круговой тренинг? Атлет выстраивает упражнения в цепочку и делает их одно за другим без отдыха. Вслед за последним движением снова приходит через черед первого, потому метод и прозвали круговым. Каждый, кто тренировался по круговой схеме и на себе прочувствовал ее бомбовую мощь, рано или поздно удивленно задается вопросом, почему данная система тренировок не является в культуризме главенствующей. Дело в том, что круговой метод родился в достероидную эпоху. Ну а потом в культуризм и бодибилдинг пришла химия, и нужда в патагонных тренировках отпала. Круговой метод был намертво забыт. Однако лишь в среде бодибилдеров. В олимпийских видах спорта выполнение силовых упражнений по кругу до сих пор остается фундаментом общей физической подготовки. Что же касается бокса и разных видов единоборств, то там круговой метод буквально боготворят. Он отлично растит мышечную массу, силу и при этом не закрепощает мышцы, как традиционная мультисетовая система. Хотите быстро изменить свою фигуру и при этом реально повысить физическую форму? Тогда скорее беритесь за круговые тренировки. Итак, круговой тренинг с гантелями охватывает всю мускулатуру тела сверху донизу. Поскольку для выполнения такой задачи требуется слишком много упражнений, они объединены в два разных круговых комплекса – комплекс 1 и комплекс 2. В противном случае круговой комплекс получился бы слишком длинным и превратился в марафонское испытание мышечной выносливости. Методика. Оба круговых комплекса следует выполнять с одной и той же парой гантелей. В данном случае вес гантелей лимитирует подъемы на бицепс. В самом деле, заданные 12-15 повторов здесь можно одолеть лишь с гантелями относительно небольшого веса. Такие гантели могут показаться слишком легкими для других упражнений, в частности для подъемов на грудь. Однако круговой тренинг не подчиняется привычной логике. Он стимулирует рост мускулатуры за счет общего кумулятивного эффекта комплекса. Примечание. Выполните комплекс 1 не менее 3-4 раз, отдыхая между кругами ровно 2 минуты. Затем приступайте к комплексу 2. В обоих комплексах применяйте одну и ту же гантельную пару. Совет. Если вы решили составить круг из упражнений по собственному выбору, чередуйте движения для верхней и нижней половины тела. Такой круг быстрее растит мышцы, чем последовательное выполнение однотипных упражнений только для мышц корпуса или ног. Итак, переходим к комплексам. Комплекс 1. Упражнение 1. Подъем на грудь. 12-15 повторений. Упражнение 2. Ракета. Старт из положения стоя, присед с гантелями и жим гантелей выполняется как единое слитное движение. 12-15 повторений. Упражнение 3. Тяга к поясу в наклоне. 12-15 повторений. Упражнение 4. Разгибание рук из-за головы. 12-15 повторов. Упражнение номер 5. Подъемы на бицепс. Также 12-15. И 6. Румынская становая тяга. 12-15 повторений в подходе. Комплекс 2. Первое. Упражнение толчок. 12-15. Второе. Тяга груди. 12-15. Третье. Шим Арнольда. 12-15. Четвертое. Выпады. 12-15 на каждую ногу. Упражнение номер 5. Разгибание рук из-за головы. Также 12-15 повторений. И упражнение номер 6. Румынская становая тяга. Также 12-15 повторений. Желаю вам успеха.